Всем привет, это Дава Дым и такая рубрика «Годные миксы от Давы Дыма». Собственно, сейчас я нахожусь во Владимире, в кальянной Хука Плейс. И следующий микс будет называться «Владимир, блядь». Собственно, мне этот город очень нравится, я здесь уже второй раз. Возможно, я, как знаете, как турист, вижу город только внешне, но именно внешне он мне и нравится. Он очень зеленый, красивый, светлый, даже, можно сказать, чистый. Поэтому, собственно, сегодня и будет такой свежий, красивый, зеленый микс. Так что не переключайся, а это годные миксы от Давы Дыма. Собственно, как я и говорил, этот микс будет называться Владимир, город Владимир. И, ну, главное, что это не человек, поняли, да? Так вот, микс будет состоять из 4 вкусов. Я сейчас всех покажу, я покажу, как правильно его забить, как правильно уложить. Собственно, и много разных таких нюансов. Если ты только начинаешь заниматься кальянами, изучаешь какую-то технику и так далее, это видео для тебя будет в самый раз. Так вот, у нас будет, как я и говорил, 4 вкуса. Это Special Edition Tanch Mine, потом Dark Side Red Berry, Щербетли Айсберри, то есть холодные ягодки. Ну и, конечно же, базилик от Дарксайда. Собственно, самым нижним слоем у нас пойдет базилик. Почему? Потому что нам не нужно, чтобы он играл на первом плане. Нам нужно, чтобы он просто давал нотку именно зелени. Потому что во Владимире очень зеленовато. Как правильно сказать. Так вот, мы насыпаем совсем немного базилика на нижний слой. В нашу турочку. Одновременно его аккуратненько разравнивая именно по стеночкам. Сильно чувствоваться он не будет. Он будет лишь, как я и говорил, играть на заднем фоне и на окончании. Следующее мы добавляем ягоды от Дарксайда. Они придадут именно вот эту сладкость и свежесть этому вкусу. Мы его также аккуратненько накладываем на наш базилик. И все это также все выравниваем. Следующим вкусом, который ляжет, это будет айсберри от Щербетли. Они дадут нам именно свежесть и хорошую такую ароматику ягод, которая будет чувствоваться на полном вдохе и, собственно, на выдохе тоже. Примерное соотношение ровно все вкусы 50 на 50. И самым верхним слоем мы уложим наш майн от Дарксайда, чтобы придать немного крепкости. И, собственно, разбавить всю эту кашу и подчеркнуть каждый вкус, как будто провели по нему контуром. За место майна можно использовать чуть-чуть суперновые, буквально 5-6 маленьких листочков сверху. Тем самым мы придадим ему более такую резкость вкуса и подчеркивание, то есть выделим его конкретно. Мы добавляем наш майн. Также то, что табак будет касаться фольги, в этом ничего страшного нет. Здесь все зарешает прогрев. Потому что пока мы будем его прогревать, то верхний слой он немного подгорит, и те листики, которые должны были дать нам горечь при затяге, они просто выгорят. И мы получим такую подушечку, и, собственно, в этой чашке будет меньше скапливаться углекислый газ, потому что ему негде там скапливаться. Далее мы делаем отверстие, дырка ты сам знаешь где. Делаем вот такое отверстие, у нас немного упало, нам это не нужно, потому что мы не будем нарушать слои. Все, далее я сейчас все это затяну фольгой, и мы, собственно, это все раскурим и посмотрим, что у нас получилось. И получился ли у меня микс с названием «Город Владимир», пока не переключайся. Также, что касается фольги и ее ж не основные принципы и маленькие нюансы. Все зависит, конечно же, от количества микрон и толщины фольги. Если у нас это 14 микрон, то мы делаем, конечно же, это в 4 слоя. А если у нас 20 микрон, то, конечно же, в 2 слоя. А если ты используешь мамкину фольгу, которую ты спиздил для курочки, то ее нужно складывать в 6 слоев, иначе там всего лишь 11 микрон. Далее мы это все
заворачиваем, а не до конца. Мы просто заворачиваем, но не зажимаем. Мы делаем дырочки. Самый идеальный вариант, я думаю, это использовать обычное стандартное шило. Я против иголок, потому что они делают очень маленькие дырочки. И, соответственно, мои принципы курения, понимания кальяна этого не допускают. Далее, когда мы доделали дырочки, мы уже до конца все это, собственно, дотягиваем. И у нас получается хорошо натянутая фольга, которая не прогнется под температурой и, собственно, не вызовет у нас дискомфорта во время курения. Так что это Дава Дым, это годные миксы. И, конечно же, сейчас мы это все будем раскуривать и поделимся своим впечатлением. Так, что касается, собственно, прогрева, нам нужно будет и, собственно, раскура, нам нужно будет 3,25 угля. Мы их выставляем так, чтобы... не как многие утверждают, что уголь должен стоять прям пиздец на краюшке. Нет, мы выставляем полноценно уголь на площадь фольги. Всю эту катавасию мы закрываем на 2-3 минутки под колпак. И пускай все это, собственно, пока стоит и греется. Так, собственно, прошло уже около 2-3 минут, и мы, наверное, будем взрывать наш город Владимир. Не Аллах Акбар, ребят, просто взрываем кальян с миксом Владимир. Делаем три тяги под колпаком, а потом его снимаем. Собственно, как я и говорил, и мне самому можно понравилось, что микс реально получился как хотел. А на заднем фоне далеко-далеко отдает именно таким травянистым хвойным вкусом, это благодаря базилику. А майн добавляет сюда именно резкости всем вкусом, ну и соответственно ягоды от Шербетли, от Дарксайда добавляют этому вкусу такой сладкий-сладкий чистый вкус. Получилось у нас... Город Владимир, зеленый чистый город. Это годные миксы от Дава Дыма. Если тебе нравится эта рубрика, ставь лайки, пиши комментарии, что ты думаешь об этом миксе. Это Hookah Place.